Шебелов. Пойти на середину. Так, парни, напоминаю, затылок не бьем, локтями не работаем, ниже пояса не работаем, партере не работаем. Все понятно? Пожали руки по углам. Итак, друзья, Red Arena, ко мне присоединился на комментаторском кресле известный боец ММА Алавсет Мамиев. Всем ассаламу алейкум, приветствую всех, братва. Очень рад присутствовать здесь в таком грандиозном событии. Да, а я напомню, что Сергунин Денис – это синий тейп, а Нажмут Дин Шамсудинов – красный. Бокс 3 по 2, смотрим. О, хорошее начало. Сразу интересно, пошли в обмен. 84 вес, тяжелые ребята. 84, да. И Шамсудинов пытается сразу по корпусу так церемониться плотно. Церемониться они не собираются, это сразу видно. Они решили быстро дело завершить и пойти отдыхать куда-то в Сочи, да? Да, и издается ощущение, что Сергунин немножко ниже уровнем, чем его оппонент. Очень много он дает делать своему оппоненту. Вот еще плотный удар по корпусу. Хорошо, прям печень хорошо заходит. Очень комбинационно еще работает. Шамсудинов плотно попадает по сопернику. Мне кажется... Это что такое? Это такое ощущение, знаешь, когда вот спарринга сильно ударили, мы договаривались легко работать. Да? Ну, тут стоит сказать, что видно, что Сергунин просто имеет меньше опыта. Да, видно. И у Шамсудинова, да, у него видно такой боевой прям вид такой. Нос поломанный, видно уже такой прохаванный боец, как говорится, да, у нас? Да. Ох, хорошо. Сергунин где-то опасно идет с открытой головой и может нарваться на встречный удар. Нажмуддин прям поймал, да, такой именно этот, как его, ажиотаж такой. Прям вайп, как говорят сейчас. Да, он удовольствие получает. Уже он получает удовольствие, он понял, что это его, этот бой его. Да, а его оппонент пока не может не подобрать ни дистанцию, ни темп, чтобы нанести свою результативную атаку. Интересно. Поджимает. Ох, хорошо, оверхенд правый, мой любимый. Ой, я опять по корпусу. Хорошо. О, это что было сейчас? Ничего себе. Это смотри, был нокдаун, встречный удар. Навстречу пропустил Шамсудинов. Какой поворот. Смотри, тут теперь, смотри. Денисов понял, да? Денис понял. Денис Сергунин, да, понял то, что может он огрызаться. Может сделать, да. Ну, вот это и вот... тут надо отметить, что Шамсудинов в размене опустил руку. Да, он походу... О, вот это молодцы. 3 нокдауна за 1 раунд. Это что такое? Молодцы, ребята. Вот что значит. Результативный бой. Да. И встает Денис Сергунин, поднимается на ноги. И бой этот продолжается. Очень интересно. Ох, опасно. Опасно, да. Молодцы. Молодцы, ребята. Шамсудинов уже, видно, пристрелялся. Но и также сам побывал иногда, он не понимает, что может пропустить. Ждет, чтобы закончился раунд. Вот и закончился. Очень результативный раунд мы сейчас наблюдали. Да. Итак, друзья, у нас второй раунд. Очень насыщенным получился первый. Оба бойца побывали в нокдауне, но только здесь с оговоркой, что Денис побывал несколько раз. Два раза, да, он был? Да. В первом раунде он два раза был в нокдауне. Шамсудинов... Был один, но там такой был флеш-нокдаун. Да. Ну, ух, Шамсудинов, у него вот видно заряженные удары, прям интересно, да, вот... Любой момент может в этом размене, да, пропустить. Такой поворот быть, да, что кто-то из них может упасть. Смотри, Шамсудинов прям выцеливает. Уже осторожнее работает. Да, начал работать на оттяжке. Она дурная-то может от любого прилететь. Да, но сейчас неудобно положение стоит Сергунин. Это забивание уже. Да, это жестко. Ой, хорошо. Я думаю, что на этом бой будет остановлен, потому что плотный удар пропустил по корпусу. Нокаут. Врачи могут зайти? Врач должен зайти, по идее. Да, и вот так вот феноменально заканчивается этот поединок.
Матчмейкеры хорошо поставили, да? Ну, вообще визуально эта пара красиво смотрелась. Смотрелась красиво. А вот до этого боя, вот именно как он, до начала этого боя, казалось, что Шамсутдинов сейчас быстренько съест. Выиграет. Ну, парень-то тоже непростой оказался, с да? Ударом, да, с ударом, с ударом. Невероятный бой показали. Очень красиво, очень круто. Спасибо вам за это. И победителем в этом бою выходит Нажмудин Шамсутдинов. Шамсутдинов Нажмудин на первой минуте 44 секунды второго раунда. Победа нокаутом. Аплодисменты. Нажмудин, можно тебя на секундочку? У нас есть много общих знакомых. Они заявляли мне, что ты с легкостью сможешь забрать титул на 84 килограмма в хайфайтинге, несмотря на то, какая здесь жесткая конкуренция. Ну, этим самым говорят о твоем уровне. Ты действительно показал очень хороший уровень, но в моменте даже словил нокдаун. Вот что произошло в этот момент? Расскажи, пожалуйста. Всех приветствую, всем салам алейкум. В этот момент, что-то просто расслабился, начал уже... недооценивал соперника. И момент как-то хаванул, сам не понял. На этот бой просто я потренировался, наверное, дней 4-5, короче, максимум. Потому что у меня обстоятельства так сложились, что не успел я потренироваться. И поэтому вообще не в форме вышел сюда. Сейчас потихоньку наберу форму и уже потом будем идти к титулу. Ты дрался с опущенными руками. Это твоя манера боя или ты настолько, немножко недооценивал соперника? Ну, у меня такая манера боя. Так боксирую я. Соперник молодец. Удивил? Удивил. Можно тебя, пожалуйста? Всех приветствую, Сочи. Я рад здесь находиться. Спасибо тебе, Альфредо, за то, что дал возможность здесь выступить. Соперник тоже красавчик, я рад был с ним побиться. Никакой грязи с ним не было, удары у него хорошие. Но и у меня получилось разочек ему сделать нокдаун. Уверен ли я был в себе? Любой мужчина в себе уверен. Любой. В следующий раз я вернусь сильнее. Хочу поблагодарить секунданта Магомед Исаков, который в этот момент был рядом. Своего менеджера Артура Варданяна. Привет своей семье. И кинуть привет своему другу в Питер, Ахмеду Читаеву. Салам алейкум. Спасибо всем большое. В следующий раз вернусь сильнее. Красавчик,